Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать конфликтов. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. На подсознание окружающих звук «С» оказывает подчиняющее воздействие, требующее признания превосходства. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Отсутствие гибкости в поведении и мировоззрении, привязанность к повседневной рутине и однообразию, упорство, настойчивость, строгость характерны для владельца этого имени. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Значение буквы «С» в имени является символом лидера, целеустремленного человека, говорит о неординарной личности, особо одаренной в области точных наук. Это лидеры, не лишенные притязаний, заносчивости, самомнения, но единые с целым, с традициями, не способные существовать в одиночестве. У этих людей в голове всегда полно идей. Может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Нередко носители этого имени добиваются власти и авторитета благодаря работоспособности, порядочности и ответственному отношению к жизни. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Этому имени символизирует планета Уран. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.